приятели, гости и почитатели на великия съветски и световен учен Дмитрий Сергеевич Лихачов. Днес ние сме се събрали на тази дата на неговия паметник, да почитаме неговата 110-та годишнина от рождението му и да кажа, че това е един изключителен учен, дал много със своя научен принос за световната наука, един изключителен българолюбец, който издигна авторитета на България със своите трудове и нееднократно го е заявявал това пред световната общественост. Преди една година ние построихме този паметник и днеска сме се събрали след откриването му, разбира се, миналата година, да почтеме неговата памет и да отдадем нашата признателност за великото му дело. Благодаря ви, давам думата на първия секретар на Руското посолство, господин Робърт Шестопъл. Дорогие друзья, буду говорить по-русски. Разрешите от имени посольства поздравить вас со 110-й годовщиной, со дня рождения великого российского ученого, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, который действительно имеет измерение не только в нашей стране, но и это настоящая мировая величина. Все мы знаем, насколько близок он был к Болгарии, называя вашу страну державой духа, державой тона духа. И действительно, мы благодарны и признательны вам, что здесь вы стараетесь национального движения наших дружеских организаций поддерживаете и развиваете память о нем. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы с большим уважением относимся той памяти, которую вы храните, вы как болгарский народ, по отношению к выдающемуся российскому ученому, академику, общественному деятелю, человеку, который стоял у истоков понятия русского мира, человеку, который всегда говорил о величии и стержневом характере русской, российской истории и с очень большим уважением относился к взаимодействию России и Болгарии. И я хочу напомнить, наверное, его главные слова в этом смысле. Дмитрий Сергеевич всегда говорил, что я люблю Болгарию за то, что я люблю Россию. Капузи свято... Как? Помидал. Капузи свято помидал. Thank you.